Ну, а сейчас я вас познакомлю со своей вот этой декоративной частью, там, где у меня стоят комнатные растения в горшках. Я вам покажу, какие у меня есть комнатные растения. Ну, давайте я вам покажу, что я для зимнего сада приобрела. Я себе купила вот такую стойку для цветов. Вот, смотрите, бабочки какие тут интересные, белого цвета. Белая такая состаренная стойка для цветов. И я сюда на нее уже установила растения. А здесь на 6 горшков. И есть вот такие завитки, куда даже можно, по-моему, даже подвесить какие-то ампельные растения. Но у меня пока таких нет. Вот. То есть мне очень вот эта полочка нравится. Здесь в зимнем саду у меня вот эта плетеная мебель. На лето мы эту мебель выставляем на балкон. Потому что иногда приятно на балконе, на свежем воздухе посидеть, попить чайку. Вот. Но сейчас она у меня стоит здесь. Вот эта орхидея появилась у меня в зимнем саду на 8 марта. Я ее уже пересадила, купила для нее такой прозрачный горшок. Вот. И, в общем-то, вот такая вот орхидейка маленькая. В дальнейшем у меня в планах обзавестись, в общем-то, коллекцией орхидей. Зимний сад у меня пока молодой, растений, конечно, у меня немного. Я их размножаю усиленно. Как бы мне хочется немножечко еще в дальнейшем приобрести какой-то экзотики. Вот эта монстера меня просто очень-очень радует. Посмотрите, какие крупные листья. Вот я ее опрыскиваю периодически перекисью водорода. Я вам уже рассказывала о применении перекиси для комнатных растений. Вот. И монстера очень хорошо отзывается на такое опрыскивание. Я периодически от этой монстеры беру черенки и укореняю их. То есть мне хочется развести ее побольше, чтобы расставить в разных местах своего большого дома. Ну, давайте дальше смотреть, какие растения у меня есть. Мне пришлось, конечно, из-за рассады все цветы поставить на пол. Потому что у меня всего две стойки. Вот эта одна стойка вот новая. И у меня уже была вот такая стоечка. Вот она, тоже для цветов. Вот. Все остальные цветы я разместила на полу. И, в общем-то, они здесь на полу прекрасно себя чувствуют. И меня выручают, опять же, в этой ситуации, конечно же, фитолампы. У меня висят здесь над растениями две фитолампы. Вот одна и вот другая. Мы долго думали, как бы их подвесить. Ну, не хотелось нам, в общем-то, сверлить там стены какие-то, да. И тем более у меня вот здесь все растения стоят на полу временно, только на рассадный период. Когда у меня рассада с окон уйдет, конечно, растения, которые стоят на полу, эти растения я верну обратно на окна. И нужно было как-то вот придумать, как бы прикрепить вот эти лампы. Вот, поэтому мы взяли вот такой, вот муж придумал, вот такую вот металлическую трубку. По-моему, это была когда-то гордина старая. Вот, и мы прикрепили, значит, одним концом вот на одну стоечку, вот на эту, на новую. И другой конец у меня прикреплен на другую стойку. Вот, и сюда мы уже повесили лампы. Эти лампы прекрасно освещают все растения, которые стоят в глубине комнаты и до которых не доходит солнечный свет. То есть вот эти лампы вполне заменяют солнечный свет вот этим растениям. И растениям очень-очень нравится. Конечно, желательно вот эти лампы подвешивать повыше, примерно на высоту где-то 1,20 м, 1,70 м, даже можно на 2 метра. Вот. Но у меня пока такой возможности нет, потому что вся вот эта конструкция, она у меня, еще раз повторю, временная. А после рассады я здесь все равно буду все переделывать. Поэтому лампы у меня висят вот так низко. Но растениям очень нравится. Они получают достаточное количество вот этого света. Вот. Растения не обжигаются абсолютно, то есть от лампы не такое уж прям сильное тепло идет. Это лампы тоже от мини-фермера.
шикарные лампы. Вот у кого дома какие-то есть коллекции, может быть, орхидей или, или фиалочек, или просто у вас много комнатных растений, лампы можно выбрать прям даже под конкретные растения какие-то. То есть для тропических растений, для цветущих, допустим, одни лампы, для декоративно-лиственных подойдут лампы другие. Вообще для фотосинтеза растений нужен синий и красный спектр. В основном, конечно, да? А некоторые другие нужны только в очень малом количестве. И, конечно, если какие-то растения стоят на окне, то они это количество вот, солнечного спектра получают от солнечных лучей, которые попадают в окно. Но если вот как у меня растения стоят, да, вот здесь в глубине комнаты, на полу, вот, то, конечно, такая подсветка просто растениям необходима. Особенно, если растения цветут. То есть у меня вот здесь наряду с декоративными, с декоративно-лиственными растениями есть еще и цветущие растения. Вот у меня бутилон, который я вырастила сама из семян. Я его, кстати, опыляю. И он у меня завязывает семена. Вот видите, вот уже зреет семенная коробочка. Вот она. Вот у меня вот такой абутилон. И у меня есть вот такого цвета абутилон. Я их и между собой опыляю. Вот еще семенная коробочка. Вот такой абутилончик. Вот. Он цветет круглый год. И вот посмотрите, уже семена. Видите, попали семена вот сюда в горшок. И вот уже маленькие-маленькие росточки абутилона. Вот посмотрите, как здесь нравится аспарагусу. Во-первых, ему нравится вот этот цвет от фитолампы, конечно, да. Вот. И вот этому аспарагусу еще очень понравилось опрыскивание перекисью водорода. Посмотрите, сколько он у меня выпустил свежих листьев. Вот, вот, вот еще уст торчит. Посмотрите. Вот. То есть до того, как я начала опрыскивать перекисью, ну, такого я у аспарагуса не наблюдала. А тут, посмотрите, вот прям вот какие хорошие ростки. Среди растений у меня здесь много замиокулькасов, которые, в общем-то, очень неприхотливые растения. У меня есть кливия, у меня растет юка, очень много сансевьеры я уже размножила. Вот здесь еще пальмочка, вот она, которая из семян. Есть у меня монстера вот такая вариегатная. Видите, у нее пестрый лист с белыми прожилками. Эта монстера чувствует себя, конечно, похуже. Не так, как вот эта зеленая монстера. А все потому, что лист пестрый. И вот там, где белые вот эти вот места, там отсутствует хлорофилл. То есть эти растения более требовательны к уходу, за ними нужен глаз да глаз, конечно, нужны правильные подкормки и нужно правильное освещение, потому что вариегатные растения, из-за того, что у них в листьях все-таки не так много хлорофилла, вот из-за этих белых пятен, вот, эти растения несколько более трудны, так скажем, в уходе, чем растения с зелеными листьями. Вот эти вот монстеры уже я выращивала сама из черенков. Вот они у меня уже большие. То есть я укореняю черенки монстеры в воде. И когда появляются корни, я уже высаживаю их в горшки. Вот здесь у меня под фитолампой, вот под этой, стрелиция. Это, в общем-то, такое нераспространенное, редкое, экзотическое растение. Цветет оно вот так. Я специально поставила это растение под фитолампу. И что вы думаете, она мне активно начала давать свежий листик. Вот этот листик очень долго находился вот здесь. Никак он не развивался. Я уже ее и опрыскиваю, и подкармливаю. И лист как бы застыл. И вот стоило мне поставить стрелицу под фитолампу, вот под эту, и вот этот лист начал активно развиваться. Я просто глазам не поверила своим. Я и не заметила это сначала, а потом подхожу, смотрю, а он уже такой вырос большой, и это буквально за неделю. Посмотрите, как он вырос. То есть вот так фитолампа, вернее свет вот от этих ламп благоприятно влияет на развитие и рост растений. Сюда для цветов я поместила лампы совсем другие. Значит,
устройство лампы, в принципе, точно такое же. То есть у лампы 12 светодиодов, и они все разного цвета. То есть присутствуют красные светодиоды, синие светодиоды, ну и какие-то такие желтоватые. Вот эта лампа мультиспектральная, то есть в нее, в эту лампу добавлены разные спектры. Эта лампа, конечно, низковато висит у меня над растениями, но растениям, в общем-то, нравится. В дальнейшем, когда я буду здесь все опять переделывать, я эту лампу постараюсь повесить повыше. Очень важно знать, что вот эти лампы нельзя закрывать какими-то абажурами, потому что должен обязательно быть доступ внешнего воздуха вот к этим радиаторам, чтобы лампа охлаждалась обязательно. Иначе светодиоды очень просто, очень быстро выйдут из строя. Можно, кстати, ее приспособить. Знаете, есть такие вот светильники на прищепках. Вот, можно купить дешевые вот такие светильники. Там же стандартный патрон. И вкрутить туда вот эти лампы. И тогда вы этот светильник на прищепке можете разместить на любом стеллаже. Там, где у вас находится растение. Так, а вот эта лампа у меня называется Full Spectrum. Это полный спектр. Значит, эти лампы, у нее уже совсем другие диоды. Ну, наверное, камера не передаст. В общем, здесь диоды абсолютно другие уже, отличаются от предыдущих ламп, которые для рассады предназначены, и от мультиспектральной. Вот эта лампа и мультиспектральная, они могут применяться, конечно, тоже и для рассады, но все-таки лучше их использовать для подсветки цветущих или плодоносящих растений. Ну и для декоративно-листных тоже. То есть они, вообще-то, эти лампы универсальные. Все лампы, которые у меня находятся здесь, в зимнем саду, я включаю примерно где-то 8-9 часов утра. И вечером часов 10-11 я их выключаю. Так что ночью растения обязательно должны отдыхать. Вот смотрите, в каких упаковочках приходят вот эти фитолампы. Значит, вот здесь у меня биколорная, вот таких 3 штучки у меня, это для рассады. Если вы вдруг себе захотите приобрести для рассады именно эти фитолампы, то другие вам и не надо. Это стандартная лампа для рассады, то есть биколорная, 15 ватт. Так, дальше. Мультиспектральная лампа. Это та лампа, которую я вам показывала над своими комнатными растениями. Вот, эта лампа мультиспектральная. У нее 12 диодов, 36 ватт мощность этой лампы. И она подходит в основном для цветущих растений и растений в период плодоношения. Дальше фитолампа Full 36 Вт, там тоже 12 светодиодов. Full установлена лампа у меня вот здесь тоже над комнатными растениями. Вот. И посмотрите, как классно упакованы лампы. Поэтому вообще можно не бояться заказывать их с пересылкой даже и по почте. Так что упаковка очень-очень надежная. Сейчас я вам покажу. Вот так все лампы упакованы. Посмотрите, какая упаковка. Все очень хорошо продумано. Вот так, смотрите. И вот так вот здесь упакована лампа. Так что в дороге с ней просто ничего не может случиться. Вот, посмотрите, здесь светодиоды. Посмотрите, какой мощный радиатор. Да, этот радиатор не дает лампе нагреваться, и поэтому такие лампы служат, в общем-то, очень долго. И в каждой лампе, в каждой упаковочке есть очень хорошая подробная инструкция. Ну, в принципе, инструкция есть и у них на сайте. Вот. Но что очень важно, у этой лампы есть гарантия 6 месяцев со дня приобретения. Вот. И менеджеры мне сказали так, что они очень лояльно относятся к каждому клиенту, и, в общем-то, если вдруг что-то выйдет из строя, они спокойно и даже бесплатно могут, допустим, перегоревшие светодиоды вам просто выслать. И любой мужчина, который умеет держать отвертку в руках, справится легко с заменой перегоревших светодиодов.
Вот. А я сначала хотела с Китая выписать подобные лампы. Но, во-первых, сколько они будут идти? Они могут идти вообще месяца два, как обычно, да, вот. Ну и, оказывается, насчитавшись отзывов, я поняла, что, в общем-то, китайские лампы, если они дешевые, они, ну, в общем-то, не такого хорошего качества, как вот представленные вот эти фитолампы. Если уж покупать на китайских сайтах, так там тоже надо выбирать лампы с радиатором и подороже, конечно. Такие лампы, может быть, еще окажутся качественными. Ну вот, я вас, в общем-то, и познакомила со своим зимним садом, познакомила со своими новыми приобретениями для зимнего сада. И, наверное, у вас возникнут какие-то вопросы или по эксплуатации ламп, или, может быть, вопросы по каким-то растениям. Задавайте их под этим видео, я обязательно вам на ваши вопросы отвечу. Ссылки, конечно, я вам обязательно оставлю. Ссылки на сайт, в общем-то, да, где я приобрела вот эти фитолампы. Великолепные фитолампы, которые вам от всей души советую. Этим приобретением я очень и очень довольна. А на сегодня все. С вами была Татьяна. Я вас всех люблю и целую. Всем пока-пока.